сам, Юра сам, вся половина у него чебурки, у него на контроле и скидка, хорошая Куликовский на подборе, злой. Последнее мгновение основного времени, злой на победу. Очень сложно перестать улыбаться в такой момент, потому что в очередной раз ты получаешь подтверждение того, что труд твой, твоих коллег, всех, кто занимается этим делом, он не напрасен. Относительно недавно мы стояли в том же положении, да, мы держали другой кубок, я, естественно, говорю про Moscow Open. Это был шаг какой-то необходимый для нашего дальнейшего движения. То есть мы должны были понимать, что мы что-то делаем правильно, и что мы двигаемся в правильном направлении сейчас. Это немножко другая награда, это немножко другое достижение. Это необходимо нам для укрепления веры в себя. Мы были настроены, да, мы готовились все лето, кто-то готовился с одной командой, с другой. Мы ездили в миллион стран, приехали в итоге в Рязань, чтобы в очередной раз сразиться с лучшими командами страны. А я уверен, что это на данный момент, наверное, здесь были все сильнейшие игроки страны. Надо отдать должное всем командам, которые участвовали сегодня, и тем, которые дошли, и с которыми мы бились вплоть до последней игры. Хочу поблагодарить и поздравить команду «Инанома», которая показала в очередной раз, что они готовы биться до конца. Уже в третий раз мы в этом сезоне встречаемся, и в третий раз нас отделяет только один забитый мяч. Мы играли в свою игру, у нас была установка. В этот раз на турнире с нами играл наш тренер Агабабян. Он нам перед каждой игрой давал установки. И Дима был, давал установки. В общем, нам все помогали, и доктора, все нас поддерживали. Абрамовский приехал нас поддержать. Все вложили свою частичку и помогли нам в сегодняшней игре выиграть. Наш козырь на данном этапе – это молодость, и нам нужно ускорять темп, потому что за нами, в принципе, никто при таком случае с нами не сможет играть. И плюс ко всему, помимо этого, все-таки надо заставлять играть головой, не только сердцем, но и головой. Главный вот пример – это игра с «Инанома», где какие-то моменты, просто вы видели, там, свободные броски – это все благодаря вот умной игре. Спасибо организаторам, в первую очередь, за хороший турнир, хорошую площадку. Спасибо командам за то, что приехали. Была интересная игра, 24 сильных команды. Не было, в принципе, ни одной проходной игры. Вот. И финал, полуфинал, даже четвертьфинал были, в принципе, интересными. Но чуть-чуть нам не хватило. Парни молодцы, Гагарин уже стабильно играют. Стабильно хорошая команда, сильная, прогрессирует. Ну и мы будем расти, будет интересно. Чем дальше, тем лучше. Был счет 20-19 в нашу пользу, по-моему. И так получилось, что я свалил на трехе на дебде. И когда он забил первый, в какой-то момент мне показалось, надо верить, что он промажет и бороться до конца. В принципе, видно, задрожал немножко, не получилось у него. Но он промазал на наше счастье, удачи, нам повезло, промазывал.
Потом было очень много атак сумбурных, там и у нас, и у них были плохие вообще необдуманные атаки все. Это просто потасовка! Это не обоссовка! Но нам нравится! Лида! Мы были просто сегодня чуть удачливее. Нам повезло, я забил. Ну, можно сказать, не случайный, но такой очень тяжелый, такой непонятный бросок. Ну, мы просто рады были, что мы выиграли. Все, счастливы.